Краснодарские чиновники снова в деле. Вот можно тут заходить день через день, там штраф, ну, штраф по 300 тысяч. И все, и у нас вопрос снимется вообще. Кто вершит судьбы в Краснодаре? Какой вопрос штрафами по 300 тысяч они хотят снять? И какие цели они преследуют? Вы узнаете в новом фильме расследования редакции «Момент истины» «По законам стаи». Сафари-парк – это любимое место отдыха жителей Краснодара и гостей города. Но теперь он приговорен к сносу, а что будет на его месте, решат чиновники. По 300 тысяч. И все, и у нас вопрос снимется вообще. Это единственный зоопарк в городе Краснодар. Фактически это визитная карточка южной столицы. Если у папы впечатление, так сказать, обалденное, то у дочки тем более. Очень. Я глаз не могу оторвать. Только по телевизору жирафа видели. Мне понравились батуты. Ну, были, конечно, в зоопарках, но... Но там не было жирафа. Да, там не было. В ход идут стандартные методы и средства. Суды, проверки, провокации. Вот можно тут заходить день через день, там штраф, ну, штраф по 300 тысяч. Что значит фраза? День через день штраф по 300 тысяч. Видно, как чиновники подходят к территории зоопарка «Сафари-парк», предлагают следующую схему, как разобраться с данной частной собственностью. Какие интересные события предшествовали реконструкции легендарного краснодарского кинотеатра «Аврора»? Если мы определяемся, что эта сумма вас устраивает... Эта сумма точно не устраивает. Подождите. Еще раз, я хочу, чтобы вы поняли вот одно. Я там нисколько не пугаю, Тарен меня знает. Либо мы заберем его бесплатно, либо сейчас договоримся с вами о цене. Знакомый голос и знакомое решение вопроса. По 300 тысяч. И все, и у нас вопрос снимется вообще. Какой скромный бизнес имеют некоторых чиновников Краснодарского края маленькие нюансы, тянущие на серьезную статью Уголовного кодекса? Потому что налог там очень большой, там 500 000 налог придется заплатить с этой суммы. А кто его должен платить? Ну, не, желательно никто. Если целью является 9 гектар земли в центре Краснодара, то все средства хороши, даже самые страшные. Да, скоро я вам напишу, какие капы сделали. Ну, я понял, типа системы. Ага. Это был вот случай именно в тот период, когда у нас проходят массовые проверки, массовые суды, судебные заседания, происходит данный факт отравления животного. Вот в этой борьбе или в этих методах лишить владельца собственности на землю, на вольеры, то есть на зоопарк, сафари-парк, используются любые методы. И в частности именно отравление животного. Знает ли губернатор края Вениамин Кондратьев о методах своих подчиненных? Мы полагаем, что губернатор по всей вероятности не знает о тех незаконных методах, которые хотят применить его замы. Этот вопрос корреспонденты «Момента истины» попробуют задать ему лично. Ну а вот как прокомментировал послание президента Федеральному собранию губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По поводу послания президента, что вам казалось наиболее значимым? Вот когда я слушал, знаете, мне такое было ощущение, что вот где-то плачет один маленький недоброжелатель нашей страны. Против нас вводят санкции, а мы развиваемся. Вот что вы для себя, прежде всего, отметили? Послание президента для меня, как для губернатора, означает одно, что завтра нужно делать уже сегодня. Потому что если наступит завтра, мы будем не готовы, то поздно будет уже догонять. И он сегодня четко, недвусмысленно сказал губернатору. Многое в ваших руках, в наших. Вот можно тут заходить день через день, там штраф, ну, штраф по 300 тысяч. И все, и у нас вопрос снимется вообще. Что происходит с сафари-парком? Кто и как хочет решить его судьбу? И кому это нужно? Все это и многое другое в новом фильме расследования редакции «Момент истины» «По законам стаи».